Привет, мои хорошие. Сегодня с вами будем тестировать средство для прочистки труб Фаберлик, да? Мне очень интересно, и как раз, я думаю, сегодня ему самое время. Итак, поехали. Смотрите, как медленно сходит вода. Очень медленно у меня на кухне. Как раз только помыла посуду и прям вот не сходила. Но пищевые остатки все равно попадают, да? Так, смотрим мы с вами, как у нас... Не открывая крышку, встряхните средство несколько раз. Откройте, залейте 250 мл средства в сливное отверстие. Буду на глаз заливать, девчонки. Оставьте для воздействия на 15 минут. Затем обильно промойте сильной струей горячей воды. При сильных засорах, ну это если вообще не сливается, прямо в воду увеличите время воздействия. При необходимости повторите. Все понятно. Не реже раза в месяц. Я здесь согласна. Я вот люблю лучше профилактику. Состав у нас с вами сода, крахмал, масла. Какое-то еще масло. Натуральный полисахарид. Так, кому интересно, состав... Где он у нас вообще? Вот он. Короче, на основе соды. Но запашок, я уже в обзоре заказа вам говорила, такой к себе, конечно. Так, все, заливаем эту штуку. Сейчас я вытащу. 250 миллилитров. Здесь у нас сколько? 650. Это значит бутылка на 3 раза. Оно густое. Я встряхнула. Вот да, как раз. Еще на 2 раза. Бутылка на 3 раза получается. То есть еще в ванной можно эту процедуру провести. Еще на разок где-нибудь останется. Ждем 15 минут. Хочу сказать, вот я залила, как бы, и на кухне запаха этого нет, оттуда вот такого тошнотворного, как из бутылки, да, как бы все комфортно, все нормально. Выжидаем время. Что, 15 минут прошло, пробуем. Включаю горячую воду. Лучше, конечно, вскипятить из чайника. И кипятком прям это все дело. Но обычно средства для прочистки труб, они вот как бы так и делают. Слушайте, ну, стекает хорошо. Хорошо. Сейчас горячая вода прольется и попробуем большим напором холодной воды, будет набираться или нет. Сначала достаточно быстро, сейчас пробуем с холодной водой. У меня напор большой. Смотрите, какой напор. Слушайте, ну нормально, это за счет сеточки еще. Без сеточки вот смотрим. Хорошо уходит, прям замечательно. Слушайте, ну мне понравилось средство, прям вот зачет. Средство классное, средство рабочее, трубы действительно прочищает. Я недавно брала другие, сыпучие всякие, но не было такой реакции с одного раза, да. Поэтому ставлю прям пятерку, классно, вы видели, да, как быстро сливается вода, как плохо она у меня сливалась до этого. То есть пищевые остатки на кухне и в раковине, которые скапливаются, да, вот в этой трубе, которая под раковиной зигзагообразной, точно растворяет. Вода стала уходить практически моментально, все здорово, все отлично, раз в месяц использовать, вообще огонь. Будет еще одним любимчиком Фаберлик, буду брать на постоянной основе. На этом видео буду заканчивать. Ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Сейчас Фаберлик дарит деньги. Я вам обязательно буду помогать. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.